Итак, борьба за золотую медаль весом 63 килограмма. В красном трико Марат Гарипов, он 91 года рождения, из города Набережные Челны, Татарстан, но сейчас борется за Санкт-Петербург. Чемпион России прошлого года в городе Калининграде. Тренируется под руководством тренеров Тагирова и Нерамбеева в Санкт-Петербурге. Его соперник, борец в синем трико Ибрагим Лабазанов, 87 года рождения. Также тренируется в Санкт-Петербурге, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России. Тренируется под руководством тренеров Дугучиева, Гасымова, Сафаряна и Нерабеева. Бросок прекрасный в исполнении прекрасного борца Ибрагима Лабазанова, который согнал 70 килограмм, 63 килограмма. Собственный вес Марата, борца в красном трико, был 65 килограмм, согнал в 63. Видите, какие броски прекрасные. Закончился первый период. Со счетом 5-0 ведет Ибрагим Лабазанов, борец в синем трико, Санкт-Петербург.
улице! Лопайся! Счет сравнялся 5-5, но ведет пока синий борец по качеству. Прием не засчитан, так как проведен удушающим образом, за голову. В этой финальном поединке победил Ибрагим Лабазанов, мастер спорта международного класса, Санкт-Петербург.